Возвращаясь к ремонту насоса «Энтекс», можно поступить иным путем. То есть вот эти аккумуляторы, которые мы вынули оттуда, они, значит, имеют следующий номинал. То есть их, в принципе, можно просто заменить на иные. Значит, 800 миллиампер час, 1,2 вольта каждый аккумулятор. Не знаю, сейчас фокусируется или нет, значит. 1,2 вольта, 800 миллиампер час. Их стоит здесь 9 штук. Значит, это порядка 11 вольт у него было питание внутреннее. Вот. Их можно просто поменять на новые. Ну, там, запаять соответствующим образом и вложить снова в корпус вашего насоса «Энтекс» и восстановить, в общем-то, его работоспособность. Ну, если вот именно восстанавливать аккумуляторы. Пальчиковые аккумуляторы, они есть сейчас в продаже и большей мощности даже в том числе. Вот такое небольшое дополнение. Спасибо.